Эй, йоу, здорово, братва, меня зовут Саша, ну а хули, я основатель и CEO самой динамично развивающейся табачной кальянной компании в России, бренда Хулиган. Сегодня я предлагаю вам заглянуть за занавес нашего табачного производства. Ну что, друзья, поехали, мы сразу оказались в бочке одного из листов, который мы используем в нашем бленде. Я напоминаю, что в нашем продукте мы используем три листа, это Вирджиния, Берли и Сигара, это один из них. Вот в таком формате выглядит табак, когда он уже нарезанный, уже бленд, уже увлажненный, уже готов к ароматизации и всем остальным действиям, которые над ним совершаются. Посмотрите, как красиво, эстетично он выглядит, насколько идеальная, равномерная эта самая нарезка. Также на производстве можно встретить огромное количество всех напечатанных материалов. Вот мы готовим.